Good. Thank you very much, Mariela. Thank you all for coming today to join me and my wife Mariela and our team. We're all very happy to be in Vladimir. I have to tell you a short story first. Большое спасибо, что пришли на эту встречу. Мы с Мариелой, с моей супругой Мариелой, рады присутствовать на Владимирской земле. И вначале я хотел рассказать вам одну историю. As I told the deputy governor, who was kind enough to come along with Mr. Mackaev to greet us last night, this is my second time in Vladimir. И я уже рассказывал его господину заместителю губернатора, который встречал нас вчера вечером с поезда. Это мой не первый визит во Владимирскую область. It's my first time as ambassador, but I came here back in 1996. Right after Christmas, with our two daughters, who were at that time in college, along with another senior officer at the embassy, and we came to Vladimir and to Suzdal, and we thought we would make a winter trip out of it. We came the day after Christmas and stayed for 2 days. В первый раз я был на Владимирской земле в 1996 году. Тогда я посетил Владимир и Суздаль вместе со своей супругой и своими двумя дочерьми, которые тогда учились в университете. И также в поездке меня сопровождал мой коллега, тоже высокопоставленный сотрудник посольства, со своей семьей. И мы провели несколько дней после католического Рождества, 2-3 дня, в Суздале на Владимирской земле. We were able to see the great beauty and history and tradition of this wonderful city. But we had one small problem. И нам удалось ознакомиться с красотой и давними традициями этой древней земли, но, к сожалению, мы столкнулись с одной маленькой проблемой. The temperature was -35 to -40, one of the coldest periods, at least they told us then, that the region had in a while, and so it was very, very cold. Но температура была примерно -35, -40 градусов. И, как нам все тогда говорили во время той поездки, это была одна из самых холодных зим уже за долгое время. И, к сожалению, это очень нас ограничивало. It was real Russian winter tourism. Это был настоящий русский зимний туризм. So we're really happy that the deputy governor has ordered such nice weather for us today. И мы рады, что заместитель губернатора организовал к нашему приезду такую чудесную погоду. We've had a good meeting this morning with a number of people from Vladimir who have gone to the United States on different programs. We visited Dow Chemical, Dow Isolan, and then we're going to be leaving here and going to call on His Eminence, the Metropolitan. Сегодня утром мы уже провели встречу с выпускниками американских обменных программ, которые проживают здесь, во Владимире. Также мы потом посетили предприятие Dow Isolan. И после этой встречи с прессой, мы посетим митрополита Владимирского и Суздальского. I just have to say a quick word about Dow Isolan. We had heard about this before, but I was able to get a tour and to talk to the leadership there. It's really quite amazing. Here you have an American company, one of our biggest chemical companies, working very closely with a very famous and well-known Russian firm, Isolon. And you've got 170 people. They make very energy-efficient products. It's I think, a good example of the kind of cooperation in the business sector, a win-win that we really would like to see even more of here in Russia. И мне бы хотелось сказать еще следующее по предприятию Dow Isolan. Я слышал уже об этом предприятии несколько лет назад, но сегодня я был особенно рад, что мне удалось повстречаться как и с руководством предприятия, так и совершить экскурсию по цехам, по самому предприятию. Здесь, соответственно, представлен один из крупнейших американских предприятий, Dow, который работает совместно с уже известной с российской стороны структурой Isolan. Там трудятся около 170 человек, они производят весьма высокоэнергоэффективную продукцию, и это отличный пример сотрудничества в бизнес-сфере, именно такой пример сотрудничества, который мы поддерживали. On our way back on Friday, we're going to stop at the is it Mondelez? Is that how we pronounce it? Mondelez plant in Pokrov. I told my wife she was just going to have to bear up and go to this chocolate factory with me during my visit. И в пятницу мы остановимся также по пути назад в Москву на предприятии «Мандалис» в Покрове. И я своей супруге уже сказал, что ей все-таки придется выйти из машины и пройти полную экскурсию по шоколадной фабрике. And we're going to stop at Kirzach to honor the memory of Yuri Gagarin, who is a great hero, not just of Russia, but I think of the United States and the whole world. One of the things that I am most proud of, and one of the things that I think all of us should be pleased about, is that our cooperation in space, whatever political differences we have on other issues, our cooperation in space continues without impact, and it's perhaps the biggest and best example of U.S.-Russian cooperation, especially looking toward the future. И также на пути назад мы остановимся в Киржаче, чтобы отдать дань памяти Юрию Гагарину и посетим мемориал на том месте, где погиб Юрий Гагарин, так как Юрий Гагарин является героем не только для россиян и американцев, но и для всех жителей планеты Земля. И я это с гордостью хочу отметить, что именно сотрудничество в космосе продолжается, несмотря на все разногласия между нашими странами. И именно данное сотрудничество является одним из самых лучших показателей сотрудничества между Россией и США. You know, heroes like Yuri Gagarin, Neil Armstrong, the first man on the moon, and John Glenn, who recently died. These are men who taught us all an important truth, and I think we should keep this in our minds at all times, which is that our pride in human achievement really can bring us together. It can unite us and help us overcome smaller differences to keep our eye on the really big and important goals that we share. И такие люди, как Юрий Гагарин и его американские коллеги-астронавты, Нил Армстронг, первый человек, который ступил на Луну, и астронавт Джон Гленн, который недавно, к сожалению, скончался, они все научили нас важной истине, что мы должны быть горды за достижения человечества, которые объединяют нас, в то время, когда мелкие расхождения по многим областям пытаются нас разъединить. Нам необходимо помнить, что перед нами стоят гораздо более широкие общие человеческие цели, которые нас должны объединять. Last, I would say, I think you probably noticed that the White House announced last night formally that Governor John Huntsman will be the next American ambassador in Russia. He has to go through a process of examination by our Senate, confirmation process. It's a very different process for Russia. I was talking to Foreign Minister Lavrov yesterday and Ambassador Antonov, who's going to go to Washington. He does it the other way around. You have to do all of the consultations between with the Duma before you get actually formally nominated to the other country. We have a situation where Governor Huntsman is going to have confirmation hearings and then be voted out of both the Foreign Affairs Committee and then the full Senate. And then he will come out and take over as the new ambassador. И последний момент, который вы, наверное, сегодня услышали из сообщений СМИ, то, что Белый дом объявил о назначении Джона Хансмана, губернатора Джона Хансмана, на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. И стоит отметить, что ему еще предстоит пройти слушание в Сенате и голосование в Сенате. Недавно я встречался за обедом с министром иностранных дел Лавровым, и мы обсуждали разницу в назначении послов с американской стороны и с российской стороны. Тут разница кардинальная. Соответственно, с американской стороны необходимо, чтобы кандидат был официально вначале выдвинут и потом уже проходил слушание, как в отдельном по комитету по иностранным делам Сената, и потом голосование в целом по Сенату. Тогда как с российской стороны вначале он проходит консультации и обсуждение, кандидат проходит консультации и обсуждение в Думе, и потом уже официально подтверждается, что он является официальным кандидатом, что и касается случая российской стороны, это посла Анатолия Антонова. Соответственно, с американской стороны ситуация наоборот, и у данного кандидата еще нелегкий путь. Again, my wife and I and our team are happy to be here. We're looking forward not only to the meetings that we have, but also to see some of the wonderful religious and cultural monuments that exist in Vladimir and Suzdal. I told the Deputy Governor last night that although this will be one of, if not my last, trip outside of Moscow, we've saved, I think, the best for last. И мы с Мариелой, моей супругой, рады быть на Владимирской земле и ожидаем не только продуктивных встреч, но и посещения важных памятников культуры, культурного наследия. И, как я уже вчера упомянул заместитель губернатора, о том, что Это является одна из наших последних поездок за пределы Москвы. И, как я ему уже сказал, мы сберегли самое вкусное напоследок. So with that, let me invite your questions. I'd be happy to try to answer a few of those, and then we'll go off the record and try to explain in some depth any specific issues you want to explore. Поэтому давайте сейчас передадим слово вам. Пожалуйста, задайте вопросы. Вначале у нас часть под запись, и потом уже перейдем в часть не под запись. And be sure to eat the cookies. И не забывайте о печеньках. Please. Сергей Голунов, Zebra TV. Господин посол, скажите, по вашей оценке, уровень присутствия американского бизнеса во Владимирской области по сравнению с другими регионами, насколько существенно? Испытывают ли совместные предприятия с американским бизнесом какие-то сложности в связи с политикой санкций и контрсанкций? И известно ли вам о перспективах прихода во Владимирскую область каких-то американских компаний или американского капитала? Спасибо. Speaking about the level of U.S. presence, U.S. business presence in the Vladimir region, is it any way different from other regions of Russia where also U.S. businesses are also present? And what are the challenges that the joint ventures with the U.S. participation are faced with over here? And are there any challenges related in particular to sanctions and counter-sanctions? And are there any plans for other U.S. businesses to come over here? I think in many ways Vladimir is similar to others. I don't know the exact amount of American investment here compared to others. There are some oblasts where we have very big investments. For example, in Sverdlovsk Oblast is where our Boeing works with their Russian partners to produce the titanium, both for the skeletons of the airplanes, but also the new Boeing Dreamliner, which has a composite skin that's made of titanium. It's a first in the world kind of deal, another great example of U.S.-Russian commercial cooperation. Ну, не думаю, что ситуация в Владимире отличается от других регионов, она в целом похожа на ситуацию в других регионах. У меня нет, к сожалению, с собой сейчас конкретных цифр по американскому участию. Что же касается каких-то выдающихся регионов с большим американским участием, я бы подчеркнул Свердловскую область. Из-за чего? Из-за того, что там именно как раз корпорация Boeing ведет совместное предприятие со своими российскими партнерами по производству из титана запчастей, соответственно, к самолетам Boeing. И обширная также работа ведется по новому авиалайнеру Dreamliner, в котором даже обшивка будет иметь части из титана. И как раз это уникальный случай, впервые в мире, и это является отличным примером в коммерческом секторе российско-американского сотрудничества. But I think Dow is a good example. Dow Isolan, it's a very impressive operation when you go and visit. It's obviously state-of-the-art, very high intellectual quality out there because of the chemical work that goes on and the design they do for their customers. But it's a great example of, again, Russians and Americans working together on a joint venture. And from what I could tell, they were doing quite well. I'm sure there's others here who I haven't had a chance to visit. As far as I'm concerned, we can't have too much American investment. I think today the limits on American investment it's not so much sanctions as it is just the Russian economy. You know, the downturn because of the drop in oil prices in particular has hurt the economy. You know this is better than I, but I think I think most American companies, certainly the American Chamber here, believes that Russia is still a big market, and it's not just a big market for Russia per se, but as Dow Isolan shows, they export to other nations, in the former Soviet Union, Central Asia and other places. And Russia can be, also for other companies, a base by which you can manufacture products and then export them. Я хотел бы вернуться к уже упомянутому Dow Isolan. Это весьма впечатляет, то производство, которое там существует, это весьма современные технологии, интеллектуальные технологии, которые используются, и понятно, потому что они ведут работу именно с химикатами, и это отличный пример именно совместного предприятия с российским и американским участием. А относительно именно каких-то цифр потенциального американского участия, конечно же, они не могут быть запредельными. И в первую очередь это не из-за санкций они не могут, а из-за того, что в российской экономике наблюдается спад и есть ограничения по инвестициям. Как вы знаете, спад вызван именно падением цен на нефть, вам не стоит об этом говорить. Хочется еще отметить, что согласно мнению Американской торговой палаты в Российской Федерации, Российская Федерация сама по себе является большим рынком для товаров, и не только является большим рынком как внутри России, но и для товаров на экспорт. Скажем, вот то же самое предприятие Dow Isolan также производит много продукции для экспорта в бывшие советские республики. И как раз это отличный пример того, когда на базе российского предприятия, совместного российского предприятия производится продукция уже на экспорт в соседние страны. The other thing I would say about that I was impressed with, and with Dow Isolan, but also I see this at other places, is their sense of social responsibility that they have to, they should contribute to the society. They have programs with school for disabled children, and then one other school which they contribute money to, and you know, those are the kinds of things that we Americans do. And in the United States, almost all companies have a social purpose to them, and I see that here as well, and I know many Russian companies are now copying that, and that's all to the good. That's good business. It's good business practice. И еще один момент, который меня впечатлил на Dow Isolan, это их программа корпоративной социальной ответственности. Они оказывают помощь местному сообществу, оказывают помощь интернату для детей-инвалидов, также оказывают помощь другой школе. Это очень хорошо, так как в Америке почти все предприятия имеют именно программы по корпоративной социальной ответственности. И я также заметил, что в последнее время многие российские компании они также перенимают эту модель и проводят программы по социальной ответственности. That's a long answer. I'm sorry it went so long, but that's... Извините, что такой длинный ответ. Okay. Other Может, другие вопросы? Yes, sir. Издание интернет-портала «ТВМИК», меня зовут Анитник. Господин Басулов, хотел спросить вас о будущем. Вы достаточно хорошо знаете Россию, поскольку вы составили корпус здесь еще во времена перестройки, в горбачевские времена. Спустя четверть века вы вернулись на должность посла сюда уже. И уже сейчас вы покидаете осенью. Вот хотелось бы, вот, чтобы вы вот как-то в ретроспективе, вот в этой 25-летней, даже более, рассказали бы о развитии российско-американских или советско, когда еще американских отношений, российско-американские, и попробовали бы предсказать их перспективы. Well, Mr. Ambassador, well, we're all aware that you're a great expert on Russia, and you were part of the diplomatic corps over here even during Perestroika times, during Gorbachev times, and this fall you're expected to leave this post. And could you take a look back at 25 plus years of your experience over here in this country and being an expert on Russian and Soviet relations? So how would you assess them, and what are your plans, and what is your anticipation for their development in the future? Well, I can't tell you all of that because that's going to be in my book that I want you to buy when it comes out. Я не могу вам сейчас развернуто ответить, так как это будет мои книги, которые я буду писать скоро. No, actually, one of the things when I re-retire, I'm going to try to do is to, if I can, write a little bit, because I've had a lot of wonderful experiences representing my country in Russia and in other countries. Ну, когда я выйду на пенсию, я, конечно, буду заниматься написанием мемуаров, и, соответственно, я постараюсь отразить те удивительные моменты, которые случились на моей службе, когда я представлял свою страну. You know, I started working on in the Office of Soviet Union Affairs in August of 1983, and so it's been a long time working on Soviet issues, arms control issues, and then in the post-Soviet period in here in Russia, but also in other countries, Ukraine, Georgia, Lithuania, nearby. Ну, я начал работу в отделе по делам Советского Союза при Госдепартаменте в августе 1983 года, и, как вы понимаете, за это долгое время Я работал так и в общем по вопросам Советского Союза, по вопросам разоружения, и также потом по вопросам, связанным с бывшими соцстранами: Украина, Литва, Грузия. We have a relationship which is a combination of competition and collaboration. We've done a lot of wonderful things together and still are doing them. I mentioned the space program. Ну, наши отношения можно характеризовать как совмещение, так и состязание, так и сотрудничество. В отношении сотрудничества я уже упоминал пример сотрудничества в космосе, как одно из таких примеров. But we also have some very fundamental differences about the world. It was one thing during the Soviet Union, it's another today. We have very different views about the situation in Ukraine. We're trying now to work together on the Middle East and Syria. You remember when President Putin and President Trump met, they agreed on this deconfliction zone, which we're trying to make work in Syria. And then we have, we hope, more cooperation than the other in North Korea, which is a real threat to the United States, and which we ask the Russian government to support us by putting more pressure on the North Korean government. So what I see as I go back over my 30-odd years, 35 years working on the issues that relate to the United States, Soviet Union, United States and Russia is ups and downs. It's a vacillation between some terrific collaboration, cooperation, but also some very serious differences, competition on fundamental geopolitical issues. В отношении именно подходов в советские годы, конечно же, между нами были одни разногласия, одни различия. Сейчас тоже существуют разногласия, различия, но уже другого плана. В первую очередь они связаны с ситуацией на Украине и урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. И как после недавней встречи между президентом Путиным и президентом Трампом было достигнуто уже какое-то соглашение по работе в отношении установления зон обеспечения безопасности в Сирии. Также одна из таких областей, по которым ведутся обсуждения, это связано с Северной Кореей. Так, Северная Корея представляет большую угрозу для Соединенных Штатов, и мы просим российских партнеров оказывать больше давления на Северную Корею для снижения этой угрозы. Если же я посмотрю на свои 30 с лишним лет работы по советским делам, то я хочу отметить следующее. Были и положительные моменты, были отрицательные моменты. Были моменты, когда было сотрудничество на очень удивительно высоком уровне, но и были моменты, когда мы кардинальным образом расходились. One other thing I would mention is people-to-people exchanges. You know, I mentioned before that we had discussions this morning with some of the people from Vladimir who have gone to the United States. One of the things I've worked hardest on with my staff since over the last 3 years has been to try to keep those people-to-people ties as strong as ever. And we travel around the country, we send different musical groups around the country, we have speakers go around the country, and we try to encourage as many people who can to visit the United States. And certainly we have a lot of Americans who come here. That people-to-people relationship in many ways is kind of the foundation stone, the bedrock on which the rest of the relationship goes. And we need that bedrock because the political relationship can go up and down. Ну, и хотелось бы особенно отметить обменные программы и связи между народами, простыми гражданами. Этим утром мы уже встречались с выпускниками американских обменных программ, которые были в Штатах и живут во Владимире. И в течение всех моих лет в качестве посла я старался поддерживать такие обменные программы для простых людей, чтобы они продолжались. Также мы поддерживаем сотрудничество в области музыки, и музыкальные ансамбли, американские музыкальные ансамбли посещают российские города с выступлениями. Также есть программы по поддержке лекторов, которые выступают в России. И также мы поощряем российских граждан посещать США. В то же самое время много американцев посещает Россию. Именно как раз такие связи между народами для простых граждан являются основанием взаимоотношений между нашими странами, так как политические взаимоотношения могут либо быть лучше, либо хуже, а именно связи между народами являются основанием. Может, последний вопрос в формате под запись? Okay, nobody else wants it, it's yours. Если больше нет желающих, то это ваше. Let him go first, and then we'll see. Алексей Шлепужников, я издатель про Владимира и медиапроекта «Солдом». Господин посол, вы много ездите по стране, по России, и я вижу, что сегодня вас сопровождает заместитель губернатора, сам губернатор не встречает, и вы не встречаетесь с ней. В чем причина? Это ваша позиция или позиция администрации Владимира? Mr. Ambassador, you travel a lot across the country, and over here during this visit I see that you are accompanied by the deputy governor, but you are not meeting the governor herself. So is it your position that you are not meeting the highest ranking official, or there are some other circumstances? I always ask to see the governor, but I was told she was out of town or not available, and so I'm very happy to be with the deputy governor. You know, I always ask, and sometimes I'm able to, sometimes not. Я всегда перед визитами в российские регионы официально прошу о встрече с высшим должностным лицом региона. К сожалению, в данный момент мне сообщили о том, что высший губернатор занята, не сможет встретиться, поэтому я рад, что у меня есть возможность в этой поездке быть вместе с заместителем губернатора. И последний вопрос. Да, господин посол, у нас возникла в городе Владимире конфликтная спорная ситуация по поводу американского лингвистического центра, американский дом. Была ли эта ситуация оценена в посольстве, не была ли она расценена как что-то конфликтное, враждебное по отношению к Соединенным Штатам Америки? Well, Mr. Ambassador, in Vladimir we have a conflict over the American Linguistic Center, the so-called American House. And you in the embassy, did you view this situation as a hostile towards the U.S. side? I'm not sure I'm aware of the details of this, so I think I'm not going to comment. I don't know. Я ничего не знаю об этой ситуации, поэтому я воздержусь от комментариев. Okay. All right.